нынешний наш праздник, который совпал в этом году с воскресным днем, что дает возможность большему количеству людей прийти, прославить крест Господень. Так промыслительно было устроено предками нашими православными, что Успенский пост начинается также с поклонения кресту Господню. Этим самым он указывает на то, что Успенский пост подобен посту великому. И устав Успенского поста, он такой же, как устав поста великого. И как в середине поста великого износит на крестопоклонный крест Господень, также в начале поста, потому что пост короткий, мы празднуем изнесение чеснага и животворящего древа креста Господня. Праздник этот установлен из одного события, которое случилось чрезвычайно давно, и для нас это очень большая древность. Еще в XII веке в Константинополе случилось моровое поветрие. Тогда лечить такие болезни, которые охватывали целые страны, никакой возможности не было. И вот в Константинополе люди умирали тысячами и тысячами. И когда человек беспомощен, он вспоминает о Боге. Слава тебе, Господи! И вот жители Царьграда молились все в церкви Софии и вышли крестным ходом с древом чеснага и животворящего креста Господня, молились от всей души, со слезами. А молитва, она всегда чиста, всегда искренняя, всегда от сердца. И остановилось моровое поветрие.